В этом году исполнилось 90 лет со дня образования Каиршахтинского сельского округа. Жители пригородного села отпраздновали знаменательную дату. В юбилейном мероприятии приняла участие наша съемочная группа. Каиршахтинскому сельскому округу относятся села Томарлы, Бисыкты, Талкайран, Жулдыз. Для развития и процветания округа большой вклад внесли жители этих населенных пунктов. На торжественном мероприятии активисты общества были награждены благодарственными письмами и почетными грамотами за их добросовестный труд. Творческие коллективы Дома культуры села Томарлы и Каиршахтинской детской музыкальной школы организовали праздничную концертную программу для жителей. Я поздравляю всех с этим юбилеем. Желаю нашей стране благополучия и процветания. В этот праздничный день была подготовлена выставка. В селе Каиршахтинского сельского округа были представлены продукты сельского хозяйства, а также различные поделки и ручные изделия учащихся школ и произведения мастеров прикладного искусства. Сегодня мы привезли на выставку изделия ручной работы наших школьников. Например, здесь есть рисунки, картины. А эта ручная работа сделана из бахчевых культур. Также здесь представлены и другие произведения, которые прославляют флаг и герб нашей страны. На праздничном мероприятии был показан документальный фильм, рассказывающий об истории сельского округа. Звучали песни и музыка, исполнялись народные кюи. Ансаган Сайлауза, Артур Ботпанов, служба новостей.